Эта история произошла давным-давно. Я не могу точно сказать, когда это было, в какое время и сколько лет назад. Ведь тот, кто мне рассказывал эту историю, слышал ее от кого-то, кто жил гораздо раньше и мало что уже помнил. Был ли он сам свидетелем этих событий? Или, как я, услышал ее от кого-то? Кто знает? Но так мне рассказывали. И поэтому я расскажу все так, как услышал. Да, говорят, что весь мир в то далекое время не был похож на тот мир, что нас окружает, и к которому мы так привыкли. Хотя с первого взгляда может показаться, что он ничем не отличается от теперешнего, та же планета, такая же твердая земля под ногами, те же деревья, камни, цветы, небо. Но я так слышал, а мне говорили, что он был другим. В нем что-то отсутствовало. Что-то, что нельзя было выразить словами. Что-то таинственное, древнее. Что-то, что было намного раньше. Но затем, теперь уже по неизвестным никому причинам, было утрачено. И эта утрата отражалась в каждом человеке, населявшем тот мир. Это были обычные люди, у которых была обычная, нормальная жизнь, самые обычные дела. Все было настолько нормально, обычно и понятно, что никто и представить не мог, что однажды все изменится. Что однажды они обретут то, что когда-то утратили. Что-то, что навсегда изменит их самих и тот мир, в котором они жили. Это случилось на рассвете, когда ночь отступила, а утреннее солнце, уже поднявшись над горизонтом, пронзало своими лучами пространство, в котором таяли остатки ночного тумана, из которого появилась она. Где-то там вдали, крохотная, чуть различимая фигурка, медленно двигавшаяся по склону, мгновенно захватила всеобщее внимание, приковав к себе взгляды. Она спустилась в долину, проследовала в ее центр и остановилась. А затем резким движением скинула с себя накидку, обнажив яркий костюм, который поражал воображение небывалыми красками и узорами. Она вскинула руки, и в следующее мгновение каким-то чудесным, невообразимым образом проявила себя в четырех направлениях. Это произошло настолько внезапно, что все замерли, боясь пошевелиться. Казалось, остановилось даже время. А затем в этой звенящей тишине зазвучала музыка. И начался танец. Thank you.
Это был удивительный танец. Это было так просто и так легко. Движения тела и рук плавно перетекали друг в друга. Создавалось впечатление бесконечного движения, созданного самой природой. И в каждом, кто наблюдал этот танец, начинали пробуждаться давно забытые чувства. Словно лед, оставленный под горячими лучами солнца, их застывшие сердца плавились, наполняя тела безмерной радостью. Эта бесконечная радость переполняла каждого изнутри и теперь желала вырваться наружу, чтобы заполнить собою все свободное пространство. Это было то самое, то, что было давно утеряно. Но сейчас, благодаря музыке и движениям этого волшебного танца, вновь обреталось. И далее, вместе с этим, приходило понимание, что это никогда нас не покидало, а всегда было с нами. То, о чем мы просто забыли, ограничив себя мирскими делами и заботами. Теперь оно было здесь, а мы были его источником. Теми, кто и дальше будет продолжать этот волшебный танец, раскрашивающий этот мир яркими и бесчисленными цветами. Я не знаю, было ли это на самом деле, является ли эта история правдой или же чьей-то безумной выдумкой, но я так слышал, и мне очень хотелось поделиться этим с вами.